Нам только осталось застелить. Мы всю, весь мягкий инвентарь перестирали уже, перегладили. Нам только осталось застелить, и можно принимать детей. Все веселое, все такое современное. Да. Практически новый детский сад. Таких детских садов реконструированных 2, и к марту месяцу полная готовность к приему детей. И в детском саду по улице Металлургов и по Ломоносова 55 у нас есть. Этот садик фактически, можно сказать, реконструирован, и он совершенно новый, совершенно современный, с современным оборудованием, с использованием современных технологий. Вот на первом этаже здания находится прачечная, как вы видите уже, современная стиральная машина, современная сушильная машина, мы уже это все испробовали. Полностью детский сад укомплектован мягким инвентарем. Так обычно Роскомпетнадзор пишет, что 3 нет комплектов, полностью 3 комплекта. Любой воспитатель, мне кажется, обрадуется, все очень красиво и с эстетической точки зрения, и в плане комфорта, сантехника новая, мебель вся новая. И детям, мне кажется, будет одно удовольствие ходить в такой детский сад. Садик примет 120 детей, и из этих детишек у нас будут открыты 45 мест для ясельной группы. И в ясельки пойдут дети, в первую очередь, родителей, которые проживают вот в этой индустриальной части города, но при этом мы не будем забывать о тех ребятах, которые у нас ездят из Шекснинской части города. 10% от общей численности – это ребята из Шекснинского района. Эту проблему к концу года снимем. Обратите внимание, какое у нас современное торгово-технологическое оборудование. Пара конвекта мат. Посмотрите, пожалуйста. Расстойочный шкаф. Тестомесильная машина. У кого она есть? У нас она есть. Различные мясорубки. Вы видели, сколько цехов множество? Там овощерезки, картофелечистки, мясорыбный цех. А какое холодильное оборудование? То есть вот это наша гордость. С таким восхищением, да, меня Сана рассказывает. А посмотрите, Сана, какая понятно, у нас посуда. Да. То есть полностью укомплектована? Полностью. Да. Все, да. Вилки, ложки. Да, да, да. Полностью. Инвентарь весь есть. Весь. Детский садик реконструирован на средства регионального и городского бюджета. 71 миллион рублей только на выполнение работ по реконструкции потратили. Плюс мы вложили порядка 3 миллионов рублей для комплектования мягким инвентарем, мебель, все оборудование. Все очень современное, все очень стильное, если говорить о мебели, о цветовых решениях, о таком оформлении помещений. Я думаю, что и детям, и родителям наш садик, новый садик, очень понравится.